распространенными способами борьбы с паразитами птиц в малых птицеводческих хозяйствах является создание сухих ванн с золой, известью, серой и табаком, посыпание пола рыхлыми материалами, например, опилками, соломой или песком, развешивание побегов пижмы, полыни горькой и тому подобное. Многие уверены, что если их птица купается в золе и ходит по сухой подстилке, то она защищена от контакта с паразитами. Но, к сожалению, эти средства не оказывают желаемого эффекта, а прибегать к помощи синтетических инсектоакарицидов означает не иметь возможности до целого месяца использовать мясо и яйца. Кроме того, период их защитного действия кратковременен и требуется повторной обработки. Какова же ситуация с зараженностью в частном секторе? Несмотря на доступность и дешевизну традиционных и химических методов борьбы, красный куриный клещ, например, поражает до 55% птиц сельского хозяйства, а заражение пухопироедом может доходить даже до 100%. Одними паразитами птица заражается на воле, другие обитают в помещениях, где она ночует и несется. Птица, больная эктопаразитозами, испытывает зуд, расклевывает себя, становится беспокойной и истощается. Паразиты, практически незаметные летом невооруженным глазом, снижают яйценоскость и могут вызвать падеж молодняка птицы. Подстилка Агрострашферма – это экологически чистое, натуральное средство, безопасное для человека и других позвоночных животных. При распылении подстилка Агрострашферма проникает во все щели, где могут прятаться паразиты. Добавляйте подстилку в сухие ванночки, посыпайте все поверхности птичника, включая солому и опилки, насест и дно гнезд. При системном применении Агрострашферма – это 100% эффективное решение для борьбы с накожными паразитами без вреда для птицы.